Жития святых, святителя Дмитрия Ростовского, месяц юлий, девятый день. Сие чтение в библиотеке LibriVox. Все чтение LibriVox – достояние всеобщее. А что хочете более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. Память святого священномученика Панкратия, епископа Тавроминийского. Святый Панкратий родом был из Антиохии, в то время рожден, егда Господь наш Иисус Христос на земле вися, из человеки поживе чудодействуя в Иерусалиме и во всех окрестных странах и градах. У Его же преславных чудесех родитель Панкратия в Антиохии пребывая слышав, пойде с подружием своим и с юным сыном Панкратием в Иерусалим видеть Христа. И видев Его очаща народы и целяща всякие недуги, силой же и знамение многое творяща, верова того быть и Сына Божия. И позна се с некими от святых апостол Христовых, а наипаче со святым верховним апостолом Петром. И от того времени юноша Панкратий знаемый бист Петру Святому. Довольный же дни родитель Панкратия в Иерусалиме лицезрение Христове и сладких того словес наслаждаясь, проводив, возвратися со своими в Антиохию. По вольном же страдании, смерти и воскресении и вознесении Христа Спасителя нашего, неким апостолом в Антиохию, прежде Петрова таму пришествие достигшим, родитель Панкратиев крести се со всем домом своим, и не по многом времени он и сожительница его ко Господу отидоша. Панкратий же, все по родителях бывшие ему наследие оставив, отиде в горе Понтийския, и в некий вертеп вшед, пребываше един в пущении и молитвах, себе внимая и единому Богу приобщаяся. Егда же святый апостол Петр из Иерусалима изшед, прохождаше страны, нося благовестие Христово, обрете в Понте Панкратия и позвав туго, пояте го с собою и в Антиохию прииде. Та же оттуда иде в Киликийскую страну, имея последователя себе Панкратия и обрете тамо святаго апостола Павла. Ти оба апостола Петр и Павел советувавши с собою, поставише епископи, Крискентия в Галатию, Маркияна в Сиракусай, Панкратия же в Тавроминию, град Сикилийский. Хотя об облажении Панкратий своего, к нему же посылает се место достигнути, вниде в корабль в Сикилийскую страну плавущ. Бях уже кораблю начальники два, Ликаонид и Румил. С ними же плувы предлагаше им Божие Слово, сказуя я же о Царствии Божии и о таинствах спасения нашего. И сотвори их веровать во Христа и просвети святым крещением. Доплывшим же им до Тавроминийского града, абия сметоше се во идолах бывшие беси, и начаше падати кумири и сокрушати ся, Панкратиева к ним прихода не терпящи. Бяху там учеснейшие в кумирих елински и бози, Фалкон, Лисипн и Скамадрон, их же скверни храм стояше на високом над морем холме. К тому, егда святый Панкратий приближися, абия храм оней, пред лицем свята го разседяся, и со всеми идолы сотрясшися падеся в море, и бъйст сметение велие в народе. И притече тамо начальник града того именем Вонифатий, и свята го Панкратия видев и учение го послушав, верувал во Христа и крестися. Тщание же многое о прославлении имени Христова приложив, созда церковь за 30 дней, и служаше в ней архиерей Божий, уча и просвещая народ, к нему собирающийся и приносящий недужние своя. Утверждаше бо святые проповедаемую веру знамениями и чудеси, всякие болезни целя и беси прогоняя. Множещо се же повсядни число верних и уже всему граду тому просвещенно бывшу, и слави Христову и проходящи по всей стране той, востави дьявол некоего нечестивого мучителя Аквилина, на имя Христово и християн враждующего, и же собрав силу много, пойде на град Тавроминийский, хотя той разорити и вся в нем избити християни. Обоявшимся же вельми гражданам, утешаше их святитель Божий, извествуя, як уничтожи имут от врагов пострадати. Егда врази ко граду приближише се, и зайде противу их духовный воин, святый Панкратий с клиром своим, нося оружие непобедимое, честный крест Христов и святые две иконы, Христа Спасителя нашего и пречистие Его Богоматери. И абия страх вели нападе на супротивния, и тма некая найде на них, и сметоше се от силой Божия, и помрачише се умы их. И начаше друг друга сещи и убивати,
а и ние сами себе мечи своими пробудахо. Та же едва в себе придоша, отемше си от них тме и мраку и увидеше, яко сами себе убивают, и познаше на себе казан Божио за враждебно и восстание на град християнски. И лице от самоубийственнието я рати осташе си живой, ти и отвергше оружие своя, придоша к непреодоленному храброму воину Христову Панкратию Святому, и к честним ногами го припадоша, прощение просящи, и християнами бъйти молящи ся. И бъй с цугубая гражданом радост, ово яко страшно го супостато в прещение избавише ся, ово же яко и врази их сотвориша се им други в свете и вере. И от тогда наипаче слове света го послушахо во всем, и все от него повеленное им творяхо. И тако не точи град оней, но и прочие града и страни тоя верою светою просветиша ся. Пасущо же святителю Панкратию новопросвещенно е стадо Христово лета довольна, неци от оставших ся елин ожесточени сердца и в своем заблуждении получивши се злобе, и с князем своим Артагатом тайно сообещавши ся, и подобно осмотривши время на падоша на служителя Божия, никому же ведущо и каменем побише туго. Тако святей Панкратий Христов самовидец, апостольски же посланник, подвигом добрим подвизав ся, течение свое мученически скунча и со святыми апостоли предста Христу Господу своему, зрети того лицем к лицу в безконечния веки. Във велико имене и чети, на листе 158 и 243 в сей ден положен святый Кирил, епископ Гуртинский, не той и же в септемврия 6-го, июния 14-го, но ин древнейши лети, има и обострадание го сде полагаем. Конец жития святаго свещеномученика Панкратия.